смотрите, сейчас Протан, и так одна из известнейших фирм. Новые вообще супер технологии, смотрите. Смотри, да, с помазком сразу. Да, распылитель. Да. Вот такой вот в Америке стоит 50 баксов. Да это за два. Вообще. Да. Обалденная вещь. Не пачкается уже. Просто кайф. А вот смотри, запасные, да, к ним идут. Смотрите, какая попа. Вообще. Девушка выиграла. Наверное, она выиграла мисс Попа. Вау. Вот сейчас мы вам покажем парня, который в зале на протезах занимает. Вот он. Мы его знаем. Видим, как он тренируется. Вот он здесь представляет, кстати, эту фирму VitaFlex. Она занимается продажей спортивного питания. Так, вот здесь это что? Тэквондо? Нет, это, по-моему, какая-то борьба. Смотри, борьба, вон борьба. Вот борьба. Last call, Kevin Aponte. Так, здесь борьба. Может присоединиться. Тестируем новый протеин. Вот фирма. Смотрите, какой маленький. Протеиновые такие. Здесь концентрат просто, да? 28 грамм здесь. Вот в этом маленьком. Не могу вспомнить. Какого-то лекарства. Но вкусненький, да. Вкусненький. Да, и ты даже не знаешь, что какой-то трип. Не, это мы не это. Это мы не того. Мы еще не были. Не знаю, что это. Надо посмотреть. Почем здесь сейл? Давай заценим. Это вот такая вот классная, инструктор. Да? Инструктор? Да. Ну-ка. Хаумач, зумба. 25 баксов. Да, 25. Хороший сумма. А, нет, ты не понял. Вот от этой суммы 50%. А, это вот все, что здесь. Да. Это женская. Зумба. Очень популярный сейчас вид спорта. Или как это сказать? Да. Направление. О, зумба, пожалуйста. А, румба. Зумба. Вот Ча-ча-ча. Это, вау, это что такое? Браслет какой-то, утяжелитель на руку. Что это вообще? Это прикол какой-то. Смотри, отдельно продается. Батарея. Типа он там тонизирует тебя, и все такое магнитное. Магниты. Нутри-стар. Такого я точно не видел. Энергетик какой-то. Ну, давай. Ну как?
Ну так, мы смотрим, здесь тоже какая-то борьба. Вот они, вот они, вот они. Армрестлинг. Вот, смотрите. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Популярный у нас армспорт. Любители против профи. Ой-ой-ой, страшное дело. Можно руку сломать. Что они никак? Craig on the right, Carl on the left. Talk about luck of the draw, guys. James Parker receives a bye. Я не поняла. Так быстро все произошло, даже непонятно. Well, you winner, Craig's first loss. Three sideburns are out, Robert and Rocky. Both get left one loss, or the rest in the six. Так, дальше идем. Все свое ношу с собой. Так, а здесь... Сейчас пройдемся. Вот лифтинг! О, вот это вот лифтинг! Вон мужчина пошел в лифтерской майке, да? Так. Да-да. This is Levine. All right, Matt Levine's a lifter. Ой, не видно, не видно. Straw, Fisher. Очень много вот с детьми, да, вообще с маленькими приходят без проблем. Судьи сидят. Вот кубки. Как много кубков. О, девушка жала, девушка жала. Вот они готовятся. Вот это агрегат. Лифтерский. Вот они там готовятся. О, жмет чувачок. Отсюда. Я говорю, мужик, говорю, жмет, хотел сказать, молодец, пузатик. А это девушка. Извините, ради бога. Я не видела без отсюда. Это, скажем так, даже женщина уже. А вот следующая женщина, Егор. Смотри, какая красотка. Так она вышла. Очень много. Смотри, какая женщина, да, сильная получается. Лишний вес получается или мешает ей Вот греко-римская борьба. Вот борются, вроде молодые парни. О, а вот девчонки что-то уже выиграли, стоят на пьедестале. Это вот что такое? Награждение. Понятно. Какой вид спорта? Ну, или дзюдо, или самбо. Дзюдо? Понятно.
Ух ты какой, смотри, сумоист. Батюшки, а свет. Вот как греко-римский. Смотри, да, наверное. Смотри, какие два. Да, давай посмотрим. Спортсменчики какие. Вот это да. Я хочу посмотреть. Смотри, смотри. Прикольные. Так. Слушай, ну в них веса-то сколько лишнего. За то, что, наверное... Ой. Sorry. Так интересно. Пацаны, между прочим, молодые. Так, так, непонятно, кто как... Слушай, как... А, надо на спину перевернуть. На спину, да? Слушай, ну, вообще очень эротичный вид спорта, надо заметить. А вот чувачок пляшет прикольно. Слушай, вообще, я не знаю, мне стыдно смотреть на это. Болевой прием делает ему. А вот там вдалеке худенькие наоборот. Нет, они угорают над ним, главное дело. Вот, все, по-моему. Да, тут есть не худенькие. Нет, да посмотри, еще не все. Молодцы. Вот судьи сидят. Вышли из круга. Опять он его поборол. Красный. Синего. Смотрите, вот сейчас есть тренажеры тоже рекламируются, прикоровские, очень-очень качественные. Вот самый лучший сейчас степпер из того, что есть. Прикольный вот это, как будто он такой старинный, но он новый. Как будто такой-то исторический. А можно попробовать? Премиум quality. Премиум качество. Очень. Да? Рекорд. Это типа made in USA, да? Или все равно в Китае все собирают? Да? Это все да. Равно китайский, да? Ой. This is a remanufactured piece. It's brand new. Все бизнесы, все залы открываются в лизинг. Не потому, что нет у людей денег, они не могут купить. Просто выгодно реально в лизинг. Да, налоги списываются. Налоги списываются. Ты постоянно, и чем хорошо лизинг, нам объяснили здесь в Америке, у тебя каждые 2-3 года они тебе бесплатно обновляют линейки твоих тренажеров. Да. Твой зал всегда будет с новыми тренажерами. О, смотри, какой чемодан несет. Ой, какой длинный дядя. Слушай, баскетболист. Вот это, я понимаю, сумочка с едой. Прикольная такая. Эпак. У нас вот в России таких нет, очень удобно. Вот сейчас будет что-то уже интересное. Через... А вот смотри, какой черепашка-ниндзя, такой этот, рюкзачок, как будто черепашка. Да. Так, тут что-то будет. Огромное количество, конечно, красивых людей, девчонок, здоровых, подкачанных парней. И перекачанных. Такие байкеры, смотри, вообще конкретные. Да, такие, очень серьезные. Причем для меня шок, один из них черный. Да. Ты прикинь? Он самый брутальный из них, но я еще не видела черного на Харлее, это интересная тема.
тут тоже фоткаются, расписываются всякие разные здесь модели. Смотри, какая модель. Вот она, что ли? Нет, это другая модель. Вот это губы. Губы. Но тут не только губы, тут вообще все. Лошадушка. Вот еще. Вот это не она? Это же не она. Она. Какая она? Вот это, да? Ну, да. А, вот это она, да? Точно, это она. Это ее губы, да? Но такая... Давай здесь. Яркая женщина. Так, тут что-то тоже раздают. Так, в общем, принцип здесь такой. Здесь надо имейл. Ага. В общем, надо здесь имя, фамилию и почту оставить электронную. И дают всякое разное. Много всего, всяких спортивных вкусняшек. Короче, мы опять набираем целую сумку. Ну, не целую. Но сумку. Но нормально. Да. Это хорошая фирма. Nutrix. Даже сфотографировались с ее лицом. С ее лицом. Лизой Райс. Лиза Райс. Знаменитая какая-то. Очень классная штука. Nutrix. Это здание, которое она рекламирует, фирма. О, смотрите, смотрите. На Segway разъезжает мужчина. А сейчас мы попробуем. Работник выставки. Это что такое? Что это такое? Это Амино-драйв. Амино-драйв. Амино-драйв? Аминокислоты, да? Да. Ну и как? Хотя... Нормальный, но химический вкус. Ну, значит, наверное, рабочий, раз химический. Вот доставка идет. Как всегда, отстаиваем очередь, чтобы получить какой-нибудь... что-нибудь, халявку какую-нибудь. Да, вкусняшечку. А вот Power Fitness. А, Power Fitness питание, да-да-да. Там что-то выиграть тоже можно. Крутишь барабан. Барабан. Маленькая женщина-качок. Смотрите, какая маленькая женщина-качок. О боже, как много людей, как много всех. Ой-ой-ой. Ой-ой-ойушки. Что тут происходит? Фотографируется вот это. А, тут тоже какие-то звезды, да? Смотри, вот это, да? Power Fitness. Чувачок кушает. Что-то выиграть можешь, доллары какие-то. Американцы любят всякие розыгрыши, лотереи. О, thank you. Так, это какая-то новая фирма, oh yeah. Это не фирма, это, как его? Кстати, то, что я люблю, это именно после тренировочники, не пресс-треники. Но фирма, oh yeah. Да, кстати. Новая фирма OE. А вон Get. О, это новая штука. О. А вот уже фирма Get. Нас такую продают. Да? Очень популярная фирма. Да. Это всем известная Get, ихняя мартини, комплекс аминокислот. Правда, как мартини бьется, да? Бьется так же, правда, безалкогольная. Ну, это естественно. А вот фирма Muscle Egg. Это яичный протеин. Все вы знаете, что яйца – это самая лучшая 100% усвояемость. Вообще ничего. Отсутствие жира. Отсутствие там холестерола, что они пишут. Но это ерунда. Но самое главное, что здесь чистыми 25 грамм протеина. Яичного. За 100% усвояемость. Легко усвояемый продукт. Да. Опять... Это на розыгрыш? Да, да. А вот тут что-то не были еще, да? Что-то? Нутри, Форс. Вот различные комбинации. Нутри тоже. Омега-3. Масл. А, это, ну, комплексы.
Это аланин, это предтреник. Какие-то тоже известные фитнес-модели, мужички. А это что за фирму они представляют? 360 кат. Ой-ой. Здоровые ребятки все. А вон фоткается. Хочешь фоткать? Ой, я так устала, уже я не могу. А здесь надо отжиматься, чтобы получить какую-нибудь вкусняшку. А, вот майку. Скорее всего, получат. А вот сейчас покажу чувачка. Он маленький, но очень большой. Бицепсы, да, реальные. Такой маленький, компактный, а ручище здоровый. Это тестол. Да ладно. А мне кажется, это такое строение у человека. Не, у него трицепса нет там. Да? Нет, одни бицепсы. А бывает ли такое, наверное? Но реально, бывает, да. Если тестол колоть? Может быть. Не будем ничего утверждать. Рекламировать. Да. Вот представитель журнала, фотограф, снимает видео для журнала. Знаешь такую? Да, нравится, говорит ему. This guy, John De La Rosa. Это вот он снимал. He's a friend of mine. He's gonna win today. Сегодня выиграл, говорит. Вот этот чувак. Wow, where are you? No. He Victor Martinez. Martinez. Very good. And Marco Rivera. Он знает Гришину, и вот сейчас ее фотографии нам покажет. Он и, она его любимица. Сейчас он покажет, он ее еще хочет поснимать. Strongman. Russian people very good strongman. I know. They're huge. I have her whole routine. I filmed it and I took pictures. Оксана Гришина, we filmed. Yes. Вот она, Оксаночка. Вот он ее снимал. Вот судьи поехали. CBB Federation. Народ приходит, уходит. Сейчас на самом деле начнутся про-выступления профессиональных атлетов. Но это вы можете тоже посмотреть, набрав в YouTube. Отсняли мы для вас 2 дня, что смогли. На про-соревнования уже остаться не могли, просто сил нет с женой. Едем отдыхать, монтировать видео. Увидимся в следующих видеороликах. Пока. And peace.